Алтай оказался во власти циклона, метели серьезно осложнили дорожное движение. В Барнауле с самого утра образовались многокилометровые пробки. На трассах региона разгул стихии спровоцировал всплеск целого ряда аварий. Сегодня же наша съемочная группа едва смогла проехать по дорогам Косихинского района и самого райцентра. Давай, давай! Это самый центр села Косиха. Как видно, шоферы и пешеходы с трудом пробираются по сугробам. На дорогах каши из снега и льда. Несколько машин оказались в кювете. Автомобилисты помогают друг другу как могут. В ход идут тросы и лопаты. В таких условиях без них в прямом смысле никуда. Дорожную технику можно было видеть на подъезде к самой Косихе. Однако, по всей видимости, ее недостаточно для того, чтобы исправить ситуацию. Как уверяют косихинцы, такие дорожные коллапсы здесь уже стали нормой. Да нету их, не чистятся нифига. Сейчас видите сами, что происходит. Очень плохо. Особенно к нам, туда, Филатова. Нет, Фил, нет. Плохо. Полицейские спасатели призывают автомобилистов быть предельно осторожными, по возможности не садиться за руль личного авто, а лучше воспользоваться общественным транспортом.